Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы продолжаем играть в GTA 5. Что мы будем сегодня делать? Сегодня мы будем готовиться к ограблению Мэри Уэзер. Начнем с кражи мини-подлодки. Давненько мы с вами не играли в эту GTA 5. Пришло время вновь сыграть. Поехали за подлодкой. Если не ошибаюсь, она находится на корабле. Так, сколько нам там ехать? Да, в принципе, не очень-то далеко, я думаю, быстро доедем. Вот, собственно, вот на этот корабль нам надо, ой, да, попасть. Так. Эй, псих, ты пугаешь меня. Ты вроде норм кореш, но надо перетереть кое-что с Франклином. О, блин. Я что-то совсем отвлекся от дороги. О, фургон, как у Майкла. Стоит. А, вот здесь и находится наша подлодка. Надо пробраться на этот дурацкий корабль. Надо как-то пройти мимо охранника. Так, судя по знаку, сверху вот подлодка, где оказывается. Ого. Надо найти переключатель. Вот он. Блин. Почему у него пистолета-то не было? Надо было сразу застрелить его. Блин, да залезь ты в нее, а? Да что ты не лезешь-то, а? Отлично. Погнали отсюда. Шифтом и контролом можно опускаться и подниматься. Вообще офигенно. Так, на двух звездах-то мы уйдем от них, я думаю, без проблем. Они, по-моему, на двух звездах не плавают в море. Где бы нам развернуться? Я вот не помню, где надо оставить подлодку эту будет. Вот, можно плавать под водой. Если включить вид от первого лица, будет выглядеть вот так. От первого лица неудобно.
Тревор? Флойд, я достал подлодку, про которую мы говорили. Помоги мне пристроить ее куда-нибудь на пару деньков. Флойд! Не молчи, иначе я приду и... Мы оба знаем, что будет тогда. Ладно, ладно, приводите ее в западные доки к пирсу 400. Хорошо. Я подгоню грузовик, чтобы он отвез вас на склад. Что это, профсоюзный работник? Честно зарабатывает себе на хлеб? Сэр, тут ничего честного. Это самое бесчестное занятие, которое я только видел. Мы никому вреда-то не причиняем, если не считать владельца подлодки. Тех наемников на сухогрузе. Дружище, советую тебе побольше узнать о Мэри Уэзер. Они давно сели на преступление против человечества. Она не защищала своих подрядчиков от любых исков военных и таких гражданских. У них неприкосновенность. Ведут себя соответствующе. Крадут, убивают. Сошли, короче, с ума. Совсем. Везучие все-таки засранцы они. Я про это ничего не знаю. Ну вот именно, тебе надо узнать. Услугами Мэри Уэзер пользуются самые богатые. Мы бы с удовольствием насрём им на голову. Прям не терпится сделать это. Ну вот, гораздо лучше. Так, надо повернуть. Где-то под водой у них должно быть спрятано супер-пупер оружие, которое нам и нужно украсть. Не получается вечно над водой. Он то опускается, то наоборот. Ладно, мы почти доплыли, сейчас... О, там кольцо, надо в кольцо залететь. Так, 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 давай быстрее, 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 быстрее. Чуть-чуть же осталось. Флойд, ты здесь? Да, я на кране. Всплывайте, я вытащу вас на берег. Отлично. Ты чё там? Все готово, погнали. Я здесь. У склада? Какого склада? А, недалеко. Подлодка замаскирована как следует. Все будет нормально, когда мы приедем на место. Ты решил меня дерзить? Нет, нет, я совсем не решил дерзить. Просто не привык к такому давлению. Если на кого-то наводишь дело, то должен быть готов к тому, что будет жарко потом. Я ни на кого не наводил. Выбили из меня инфоугрозами. Не хочешь свою долю, просто уходи. Я не могу уйти, вы собираетесь ограбить мое место работы. Составляете планы этого у меня дома. Из дома Дебры? Ты долю не получишь, и Дебра тоже. Вон туда заезжайте. Припаркуйтесь прямо здесь. Ты уверен, что тут все будет в порядке? Да. Если соврал, я твою печень сожру. А теперь вали нафиг отсюда.
Впрочем-то и мне пора. А, ты собрался уехать на ней? Ну ладно. Я думал, что я сейчас уеду. Что ж, мини-подлодка у нас. Теперь нам, наверное, больше ничего не надо. Можно грабить спокойно. Не так ли? Стив Хейнс присылает смс-ку. Ребята, надо потолковать с глазу на глаз. Встретимся на стоянке в Эльбрусо Хайтс. Ни в коем случае не опаздывайте. Окей. Такси. Надо побыстрее такси. Мне нужно такси, как можно быстрее. Да без вопросов, такси через пару минут подойдет. Конечно, идет. Так. Ну да, это далековато, поэтому... Wait. Ну, похоже, у нас все готово. Флойд считает, что, наверное, не стоит встречаться в квартире, потому что нам, наверное... Скажи Флойду, что встретиться в квартире — это отличная мысль. Скажи ему, что нам понадобится чипсы, соус и бабы. Куда поедем? В Эльбрусо Хайтс. Наверное, Хейнс ждет и Майкла, и Франклина тоже. А да. Смотрите-ка. Тут Майкл, Андрес Санчес, Дэйв Нортон и, конечно же, Стив Хейнс. Куда же без него? Ты убивал, ты пытал людей, совершал массу других преступлений. О, вот и Тревор. Отлично, зацени просто. Толпа уродов из правительства и их любимая шавка. Что она мне рассказывает? Да, вы, парни, с радостью поможете правительству. Что, серьезно? А мне говорили, что мы поучаствуем в этом деле. Что мы сделали? Наши погрешения будут смыты мощной волной патриотизма. А где-то такой, кто сказал? Я здесь главный, вообще-то, не забывайте. Понятно, понятно. Не совсем. Объясни еще раз. Да я сказал же. Вы хороши, конечно, вы хороши. Три сыкуна. Слушайте, нам нужна помощь кое с кем. Часть правительства. Его довольно продажно. А, не только. Не твоя контора. Мы по-хорошему продажны. Но управление... Они хотят устроить панику и обеспечить им себе бюджет. За это они получат деньги. А это большая проблема. Они раздобыли средства, которые нужны нам для борьбы с преступностью, для подкупа продажных чиновников. Да ладно, серьезно? Откуда у них деньги? Эти козлы обожают торговать наркотой. А что, это кто-то не любит делать? Мы думаем, что деньги пойдут на финансирование уличных войн, поэтому вы, чуваки, должны их реквизировать для нас. Облигации повезут из терминала. Да пошел бы ты нафиг, Дэйв, у нас нет... Времени на подготовку. А меня не волнует это. У меня нет дополнительных ресурсов. Все будет у вас нормально. Иди в жопу. Отлично. Если все так будет продолжаться, мы скоро их заборы красить начнем. Да и ты тоже иди. Да знаете что? Ничего с этим не поделаешь. Не знаю, как мы это все провернем. А, придумал. Классический блиц. Это же промзона, так? Предлагаю задействовать технику. Мусоровоз заблокирует путь, эвакуатор валит. Замаскируемся, и все будет просто в шоколаде. Будем надеяться, что у этих парней из управления нет с собой тревожной кнопки. А если она есть, то подумаем, что с этим делать. Если тогда... Но буду бдеть, господин генерал. Спасибо, Майкл, без проблем. Не, серьезно.
Покиньте сектор. Значит так, надо вернуться обратно домой. Я не помню, он, наверное, где-то здесь. И, наверное, там и начнем ограбление Мэри Уэзер. Итак, ребят, еще немного подробностей. Для этого дела нам понадобятся комбинезоны и маски. Мусоровоз мы возьмем в Мирор-парк и отгоним его на участок. Рядом с аэропортом есть автомастерская, где можно взять эвакуатор. Что еще? А, еще отход надо. Было бы идеально. Найдите быструю, не вызывающую подозрений машину. Оставим ее где-нибудь по дороге и от участка. Проследите, чтобы дорога для отходов была чиста. Это вроде все. Ладно, я понял. Что я не дослышал? Можешь говорить погромче, а? Обойдешься. Так. А. Дэйв Нортон и Стив Хейнс нам предлагают еще одно ограбление, которое мы будем выполнять в другой раз. Естественно, я не буду использовать это транспортное средство. У меня есть идея. У меня есть идея, которую можно. Я знаю, какую нам лучше машину для отхода взять. Автомобиль Хаммер. Вот этот вот. Используем его. Ну а пока направляемся домой к Тревору и начинаем ограбление. Я, конечно, выбрал тот путь, который... Этот, блин. Ну, короче, грузовой корабль грабить будем. Есть еще вариант мини-подлодка, но он скучный. На самом-то деле. Грузовой корабль гораздо интереснее грабить. Сразу спойлер такой небольшой. В конце игры у нас будет большое ограбление. Ограбление федерального хранилища. И там будет тоже два выбора. Это если... Это более простой способ, который многие ютуберы выбирают. А мы выберем более сложный и более интересный. Где нужно бурильную машину взять и... Там еще всяких этих... А вот и квартира Тревора. Наш офигенный фургон тут стоит. Фургон, который я называю офигенным фургоном. Так, ладно, пора начинать, наверное, ограбление Мэри Уэзер. Уэйд Флойд, я жду гостей. Уэйд, чист, Флойд делает массаж. Я не хочу... Ты хочешь, чтобы свой член опять показал? Ну да. О, здорово, чуваки. О, ты опоздал. На 9 лет. Ты знаешь, что опоздал так сильно, что лишился права называть меня брат. Ты как пластинка. А ты как козлинка. Где твой помощник-то? Да, скоро будет. Этот парень тебя боготворит. Да, у меня мурат. О, Фрэнки, мы как раз тут говорили о тебе. Сплетничали? Ну, ты понимаешь. Ну, как скажете. Так зачем мы здесь? Мы работаем. У нас тут одно дельце. План практически готов, и теперь, думаю, мы должны наварить в этом хороший капитальчик. Ты говорил с Лестером? Я звонил ему, он в больнице. Чистить свое дупло или что-то в этом роде. У него болезнь какая-то, я не помню. В этот раз мы будем работать вместе, понятно? Но делать будем все по-моему. В прошлый раз мы делали все по-твоему, и нас всех подстрелили. Тебя закопали, Брэду прятали в тюрьму, а тебя закопали и воскресили. Лестер, чувак, тот, что надо. А ты заткнешься когда-нибудь? Майкл, мой должник. В этот раз все делаем по-моему. Ладно. Потом все обдумаем. Ну и какой у нас план?
План клёвый. Мы затопим сухогруз на гавани Лос-Сантоса. Ты, папочкин помощник, будешь стоять на мосту на стрёме, понятно? Ты заложишь взрывчатку на борту сухогруза. Что касается меня, я займусь глубоководной спасательной операцией с помощью своих друзей. Разумеется, ты в число друзей не входишь. Какая часть этого дела так клёвая? Ты нашел Плаксу, Майки? Да пошел ты! Ладно, не ёршись. Давайте заработаем бабла. Не будь только козлом таким. Твое желание для меня закон. Слышь, Уэйд, подгони Майклу гидрокостюм, отведи его к кораблю. Не спи, чувак, нам понадобится транспорт. Уже иду. Офигенный фургон, я не буду брать с собой пока. Потому что если я его возьму, он исчезнет потом. А я думаю, он нам понадобится еще. Поедем на пикапе пока. Я высажу тебя на мосту, Мириан Террен. А, чуть не забыл. Вот винтовка с тепловизорным прицелом. Мы говорили, это когда дело спланировано. Лестер помнит о каждой мелочи. Я тоже помню о каждой мелочи, чувак. Я напомню, как твоя пачка кокса оказалась штукатуркой. Слушай, я тебе благодарен, все такое, но торговля коксом сильно отличается от операции по древу грузового корабля в гавань. Ты не прав, все дело в том, что внутри. Что мы хотим взять-то? Знаю, это чертовски важная штука. Слыхала о Мэри Уэзер? Ну да, вроде слыхал. Мэри Уэзер Secret Unique Cold Planning. Компания, которую наше правительство использует в войнах. Для защиты своих темных делах. Так это армия? Ну да, почти армия. Только частная и обходится дороже. Суть в том, что им недавно решились воспользоваться на территории штатов. Угадай, что означает под первым номером в их списке. Контейнер в порту? Ну да, ты врубаешься, какой он ценный. Впрочем, тебе врубаться-то не надо. Тебе надо стрелять тех, кто попытается нас остановить. Так, мы почти приехали. Грузовой корабль с левой стороны или с правой? Нет, с левой, по-моему. Сколько времени? Время 22 ночью. Не люблю ночью грабить. Я остановлюсь вот здесь посередине. Ты займи позицию на краю моста и звони Майклу. Ладно, так и сделаю. Замечательное место для снайперов. Черт. Я на месте. Дай знать, когда будешь готов. Так, я на месте. О, вот и подъем. Ты уж проследи, чтобы я там ни во что не вляпался. Козел. Да не вопрос, я тебя прикрою. Вот это место довольно сложное. Майкла могут с легкостью убить. Там два охранника. Кстати, потому что я от них читал, они не мирные служащие. Надо их убивать побыстрее, пока они тревогу не подняли. Чего ты только не сделаешь для старых друзей. Надо убивать их быстрее, пока, чтобы они тревогу не подняли. Тревор указал 4 места, куда можно бомбы заложить. Прикрывай меня, ладно? На корабле много охраны. А, вот эти. На эту мачту, что ли, ставить? А, на эту? Бомба заложена. Иду к точке номер 2. Блин, у меня очень слабое оружие.
Где еще охранники? Путь свободен. Устанавливай заряд. Так. Второй заряд тоже установлен. Слушай, если ты затея Тревора, почему он сам не делает эту грязную? Он сейчас возится с подлодкой. И зачем вы вообще согласились на это, а? Черт, я не смогу до туда добраться. Придется самому убить этого охранника. А впрочем, я могу его обойти. Блин, там много козлов. Блин, вот я даже отреагировать не успел. Кошмар какой-то, блин. А, после каждого заряда, что ли, сохранение устанавливается? Так, может, мне самому убить охранников? Проклятие. Не в ту сторону пошел. Так, бежим. В той стороне вроде никого нет. Хотя потом могут запросто прийти сюда. Наружные бомбы вставлены. Теперь иду внутрь. Палубой выше немного. Да ё-моё. Долго перезаряжаешь оружие. Какое счастье, что сохранение после каждого, блин, этого. Не туда пошел. С левой стороны надо. Если подходить сзади и стрелять им в голову, без проблем. You can get inside and level up.
Вот и дверь. Как только сможешь, возвращайся к себе. Ну да, не зря уж страдать фигней. О, блин. Давай там побыстрее. Кажется, они тревогу подняли. Кажется, они меня заметили. На, еще раз. Вот, совсем легко. А, тут. Где-то возле дороги. Вокруг корабля теперь свободно. Ладно, выхожу на палубу. Как только уйдут корабля, мы взорвем эти заряды. Давай, я прикрываю. Спускаюсь по трапу. Ой, за мной идет, кажется, охранник. Блин, я не вижу. Ага, вот он. Я думал, это корма. Я думал, это часть корабля наравне со мной. Перезаряжай быстрее. Ты у меня под присмотром, давай. Путь свободен. Двигаюсь к северной стороне. Вот черт, я выбрался. Давай, взрывай бомбы. Номер он в твоем мобильнике. Убирайся подальше от корабля, сейчас рванет так, что мало не покажется. Это жесть. Вот это красиво. Ух, опять вонючую воду. Найдите устройство среди обломков. На. Понятно. Они хранят устройство. Они хранили на корабле устройство, и она теперь где-то тут находится. В той стороне. Да, я не очень опытный ныряльщик. Я смотрю, что только под обстрелом пытки-то у нас. Вот. Вот она. Нашел. Так, я иду. Я в курсе, как управлять подлодкой. Не надо меня учить. Только я не вижу, правда, ничего.
А тут еще более не видно. Вид у этой штуки зловещий. Если бы мы знали, чтобы она была такой секретной и ценной. Она ничего с водой не делает, это я плаваю под ней. Она дает тебе суперсилы превратить тебя в бессильную злобу. Просто прими душ, и все будет в порядке. Почему я позволил себя уговорить на это, а? Вот она, беру. Будь поосторожней с ней, только. Ох, блин, на я и видно-то не очень-то хорошо. Если эта штука тебе нужна, давай бери. Отлично. Ну что, я закончил? Да, все. Разбор полетов на пирсе номер 400. С меня пиво. Ну, от пива не откажусь. Ты так всегда говоришь. На этот раз я серьезно. Эй, Флойд, ответь мне. Груз у меня. Ты в доке? Да, сэр, я здесь. Слышал выстрелы, взрывы и все такое. Держись, я скоро буду. Блин, что, объезжать что ли надо? Ну-ка, как там надо? Ну-ка. А. Здесь можно оплыть без всяких проблем. Ну-ка, поднимись. Поднимись, куда ты так опустился? А чё, выше не поднимается? Вот туда сейчас мы и доставим эту непонятную атомную бомбу. Флойд, я рядом, готовь кран. Я прибыл. Чувак, ты можешь говорить что угодно, но Тревор реально рубит фишку. Будем надеяться. Эй, Лестер, какого фига ты притащился? Должен быть в кроватке. Да, должен. Лежал бы в кроватке, если бы кое-кто из моих знакомых не собирался стать врагом ФРБ. Играйте с ними. Вы тупые лохи. Захотели украсть это оружие и продать китайцам? Вас будут мучить столько, сколько... Погоди, супероружие? Китайцы? Что? Что там, по-твоему? Я думал, он с тобой разговаривает. Может быть, мне удастся сделать так, чтобы его вернули? Случайно бы... О, боже, Лестер Крест. Жив-здоров, чё за тема? Ты понимаешь, что натворил, а? Ну да, провернул кое-какое дельце. А что, ты злишься, что не получил бабки? За эту штуку мы возглавим список самых разыскиваемых преступников в мире. Самых разыскиваемых? Их не разыскивают, их убивают. Нас через неделю убьют. Так, слушай. Бери грузовик, бери парня, делай все, что нужно. Тревор, все погружено? Отлично. Значит, мы можем забрать заряд. Можем забрать ее назад? Прямо сейчас. Надо увезти ее назад. Ты хочешь сказать, что все это было зря? Ну, прям как на районе. Ладно, Франклин. За тобой Майкл все равно должен быть. Вы всем не должны. Я что-нибудь придумаю. Франклину тоже надо работу найти. Большая семья против... всего такого. Блин. Ограбление, я бы сказал бы, что не состоялось. Ограбление состоялось, мне кажется, это называется по-другому. Спрячьте транспорт в укромном месте, чтобы потом использовать его для отхода. Это в следующей серии мы будем делать. А пока что сохраняем свой прогресс.
Что ж, такая вот серия у нас получилась, но, блин, вот это вот обязательно было делать, вот это вот в конце сейчас. Теперь придется, блин, замазывать, закрывать картинкой. Зачем в игру жопы голые вставлять? Вот зачем? Вот серьезно, зачем? А? Ладно. На этом все. С вас лайкос и подписывался с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой запасной канал. И второй тоже запасной канал. И группу ВКонтакте. Всем пока.